Ах, студия позитивного мышления Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин представляет. Сегодня 5 марта 2021 года. Я открыла мой личный кабинет в банке Тинькофф. СМС я застираю, сейчас я вам покажу. Больше 2 часов я оплачивала мои платежи на кредитном моем счете Платинум. 32 рубля 69 копеек осталось. Так что вот сейчас я вам покажу мои платежи. Я заплатила здесь за мою квартиру, ну, небольшими платежами. Так что вот, ну, у меня было всего 550 рублей примерно на этой, так скажем, на моей этой карточке. Я оплатила там по 10, по 18, по 28 рублей. И за мою эту квартиру, комендантский 32192 литера А, и здесь за электричество. Сейчас я вам все покажу. И даже Федеральную налоговую службу, ЛК Марина, за мой эринг в Петергофе. Так что вот, смотрите, я листаю. Я листаю эти платежи. Смотрите, обратите внимание. Все эти платежи я сделала сегодня. Так что вот. Также положила денежку на мой номер телефона, интернета. Ах, это немножко больше пошла. Уже пошла она на сколько там? На 2 минуты, может быть, 2 минуты. Ах, и 8 секунд позитива. Надо было раньше остановиться. Так что вот. Ну да, смотрите, вот у меня на кредитном счете 32 рубля 69 копеек. О, сейчас буду кушать. Ну да.